Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня веселый батл роллинг между двумя братьями, которые накопили по 40к. Они захотели, чтобы я устроил батлик. В общем, попробуем это сделать. У нас есть коллекционер, также есть трата. Два аккаунта по 40к. Находятся они в гильдии Фарт. Мы посмотрим сейчас, насколько они везучие. Телеграм и БГ обязательно писать. В телегу обливи атака фортов 20.00. Кидайте заявочки, вступайте. А у нас трэш. Поехали посмотрим на аккаунт, что на нем есть, чего не хватает. Ну, скорее всего, много не хватает. Так, скиталец, свален, землеройка, культист, рифит, зефир, осмо, фобос. В общем, еще выбивать, блин, три фобса на предыдущем роллинге вытащил. Но это просто жесть. В общем, поехали. Посмотрим на удачу, пожалуйста. Вот так вот сразу же с первой тычки королева ос. Что-то я не присмотрел, есть она, нету. Конечно, герой печальный, но недостающий, ребят. Сразу же недостающая лего. Офигеть. Поехали дальше. Душегуб. Действительно фартовая гильдия. Посмотрим, что будет дальше. Так, Кенди. Хранитель. Бигфут. Призрачный Рибит. Ну, королева ос — это печаль, конечно. Это хоть и недостающий герой, но... Честно скажу, он такой... Печальненький. Череп. Ледяной феникс, неплохо. Но лучше, конечно, был бы космо. Ледяха здесь уже есть. Дед Мороз. Давай, рандомчик. Ну, оккультист. Вуаля. Два недостающих, ребят. Уже два недостающих героя у нас есть. Поздравляю. Неплохие, неплохие лея. Посмотрим, что будет дальше. 22к мы уже с вами заролили. Химка. Гаргул. Фрейя, нифига себе. Нифига себе здесь сыпет. Афинка. Фия. Сердцеедка. Паладин. Ну, паладин-то такое... Это имба, гаргул. Рандомчик, давай. Трифит. Купидон. Два недостающих героя уже. Это уже лучше, чем ничего. Так, 3600 осталось. Артешка. Воржей. Блин, реально нападало. И в ноль, вообще в ноль. Полностью в ноль все слили. Коллекционер. 12-15 коллекционера мы даже не собрали, ребят. Но зато мы вытащили оккультиста. Это тоже, в принципе, неплохо. Плюс королеву ос недостающую. Я считаю, что за 40к, в принципе, довольно-таки неплохие плюхи мы получили. Конечно же, к сожалению. К счастью или к сожалению. Печально все. На парящем все, никак я с ним не успокоюсь. Так, окей, побежали на второй аккаунт, посмотрим, что у нас интересного там. Быстренько мы здесь справились. Слили быстро самый в ноль. Так, второй аккаунт, Best. Вот так вот он называется. Посмотрим, кто же из них лучше. Опять гильдия Фарт. Кидайте заявки, вступайте. Все на экране. Поехали посмотрим. Здесь тоже мало донатов, но тоже такой же аккаунт, как и там, я так понял. Они одинаково где-то развиваются. Посмотрим, что здесь у нас по героям. Та же самая ситуация, что ли? Это жесть. Фобоса нет. Зефир, понятно. Королева ос нету.
оккультист, землеройка с Валенза, то есть и скиталец. Ну, вернемся потом еще на первый аккаунт, открываем героев, посмотрим. Так, ну что, окей, поехали, попробуем, посмотрим, какой же будет сегодня здесь трэш. Так, где там его алтарь? Лично я ищу эти алтари, хотя можно и так через панельку заходить. Поехали. 450, ну тут только шаманы, афинка, паладин. Там, конечно же, с первой тычки сразу же недостающие. Фараон, одержимый, прэнк, неплохо, купчик, бигфутик. Блин, тоже герои классно падают. Сегодня день бездонов, реально. Варлок. Ну, рандомчик, что-то ты нас печалишь. Там, блин, топовые леги падали. Ронин, капитан Рогатка. А тут, конечно, печально все. Ну-ка, сейчас мы затащим. Да, они забирают, вижу, батл пассы. В принципе, правильно делают. Там можно получить скины. Смотрите, как жарит. Ворожей с маскировкой, да ладно. Жесть. Угорают парни. Так, окей, поехали. Триантик сразу же падает. Ну, что такое триант? Вообще на втором аккаунте, я не знаю, по-моему, свален. Но свален здесь есть. Дракос, фея, химка, инди. Рандомчик. Давай уже эту имбу какую-то. Одержимый. Дед Мороз. Не, все-таки стрелок, я офигею. Я просто офигею. Фараон. Бульдозер. Одержимый. Есть оккультист. И здесь мы выбили оккультиста. Единственное, ну, 2-1, наверное, я скажу. Все-таки 9-15. Вообще печально. Вообще печально, слизни падают. А, все-таки, блин, на первом аккаунте упало и больше лех. И они были такие более топовые. Так, свален землеройки, оккультиста мы здесь и там выбили, королева ос. Нет, тут однозначно первый аккаунт будет по фартове. Так, давайте откроем. И вернемся на первую. Ну, хотя и здесь, и тут, и там оккультисты есть. Так, ну что, с этим аккаунтом понятно все. Давайте еще трату заберем на всякий случай, а то вдруг... чтобы не забыть. Так, в общем, вот так вот, ребят. Не знаю, пишите комменты, что вы думаете. Это полный трэш. Поехали. Ай-яй-яй-яй, не туда я забежал. Поехали, перейдем на первый аккаунт. Что там, плюхи сейчас заберем. Посмотрим, может там, я не помню, там трифит есть или нет, мне интересно посмотреть. Но тут явно первый аккаунт. Немножко, видите, вот королева ос, если брать так по недостающим, то первый аккаунт, конечно, получше. Ну а по легам, то понятно. Так, тут у нас... с вами оккультист и королева ос. Так, съесть. Поехали, посмотрим. Тут роза зато есть. Видите, там розы нету. Тут роза есть. А, и трифита. Ну-ка. Да, и трифит, ребят. Все-таки 3-1 даже. Вот так вот. 3-1, первый аккаунт.
тащит. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.